первое, что мы делаем, это разминаем припилинг. В самих тубах, если вы посмотрите, вот в новых упаковках, там лежат еще помимо вот этих крышечек, еще такие навинчивающиеся, вот такие вот похожие пимпочки. Вы их не используйте, они очень неудобные, потому что они твердые, их размять невозможно. Все, что туда попало, материал, во-первых, выдавить тяжело и невозможно, во-вторых, столько препарата пропадает. Непонятно, для чего они это используют, не знаю. Может навинтить, пока вот он размятый, быстро потом их убрать. Но тоже вот это менять тоже не нужно, непонятно. Размяли. Ну, вот видите, достаточно препарат. Здесь мы просто делаем на два участка, вот то, что шея. Говорили, шея, декольте, поэтому здесь я делала побольше. Тоже с джестером делали пилингом, да? Да. Ну, это было вроде перед летом. Но до того открытые кофты я 2 года не носила, кожа была ужасная. Там было вот все такое. Вот здесь, да, вот эти места еще остаются, да, вот то, что мы на спине не делали, вот оно все было вот здесь, все такое. Две процедуры. Вот сами не ожидали, да, тогда пришла. Вот в такой вот футболочке. Я говорила, что она не носит и уже вот эффект очень хороший вот совместного проведения. Хотя пилинг отдельно делали, кололи биоревитализант тоже постоянно.